Старый мост через речку Ямская несколько лет назад был проломлен большегрузами. Было принято решение строить новый путепровод. В апреле работники Котласского ДРСУ построили здесь временное сооружение, по которому сейчас идет поток транспорта. А потом приступили к возведению нового моста. Сейчас работа в разгаре. Продолжается установка металлических балок пролетного строения, устройство переходных плит из бетона, укрепление береговых устоев. За качеством выполнения работ регулярно следит представитель заказчика и лаборант ДРСУ. Вот непосредственно у бетона мы ведем контроль начала изготовления, то есть на заводе. Я сегодня проверяла осадку конуса. Сейчас я осадку конуса проверю непосредственно на объекте. Были изготовлены формы кубов, которые у нас будут отправляться в Архавтодор, и стройконтроль для контроля наших показателей водонепроницаемости, морозостойкости. Капремонт на объекте, протяженность которого свыше 30 метров, идет в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На него выделено почти 47 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает Архангельскавтодор. На сегодняшний день готовность объекта составляет свыше 50%. Данное сооружение связывает деревни Ямская, Овечкина и иные деревни, которые находятся за рекой. Поэтому приведение нормативных состояний данного мостового сооружения является главной потребностью для местных жителей. Кстати, это первый мостовой объект, который Котласское ДРСУ реализует своими силами. Мы ищем новое направление, на которых в дальнейшем можно будет работать и без привлечения субподрядчиков собственными силами, чтобы занять народ и производить эти работы самим. Дорожники трудятся на объекте вахтами. Бригады меняются через неделю, живут в вагончиках. Здесь есть все необходимое, даже кондиционер. После строительства моста на кухню еду рабочие готовят сами. Одним словом, мастера на все руки, и мост построят, и суп наварят. Супец с вермишелью и мясом. По контракту работы на этом объекте должны быть завершены до конца октября. Всего в текущем году в рамках дорожного нацпроекта в нормативное состояние приводится 17 мостовых сооружений области, протяженность которых свыше 1000 погонных метров.